Всем привет, уважаемые подписчики и зрители канала. С вами Титан Отец. И Хаммер Сын. Сейчас я поправлю микрофон. Мы начинаем играть в такую, наверное, замечательную игру, по словам Хаммера. Как она? Панч Клаб. Пунч-чпунч. Панч Клаб. Вот. Продается в Steam. Игрушка сделана под старые игры, когда я еще был... Маленький, вообще даже. Ну, когда я был маленький, в возрасте, не в возрасте Хаммера, конечно, чуть постарше. Когда только появлялись компьютеры, вообще компьютерные игры. Не, ну компьютеры-то были, но компьютерные игры у нас в стране. Все игры, ну, в основном все игры что-то напоминали типа вот той игры, которую сейчас будем играть. Но, тем не менее... Игрушка интересная, вы сейчас посмотрите, Хаммер вас, может быть, чему-то научит, может, сам научится. Почему не я играю? Ну, потому что я, как обычно, сильно бы разбирался и думал, поскольку Хаммер уже поиграл, он сейчас что-нибудь... Я 6 часов отыграл. Да, что-нибудь расскажет, тем более ему понравилось. Вот, поэтому это бывает не так часто, что что-то, какая-то игра нравится. Вот, Хаммер. А тебе, не знаю, понравится или нет, посмотрим. Да, нет, ну я примерно понял, что из игры довольно-таки интересно. Ну так что, вот. И единственное, что сейчас мы скажем, начнем уже играть, чтобы вас долго не показывать заставку эту, менюшки. Сейчас, ну то есть, я купил Хаммеру игру эту, он попросил, я за то, что он хорошо учится на пятерке. Можете его похвалить в комментариях, молодец. Я купил вот эту игру, и сейчас я запустил со своего аккаунта. Но я не покупал игру. Вы спросите, а как так я не покупал игру? А это все уже знают, ты только узнал. А я говорю тем, кто не знает. Да. Весь тим уже знает. Да, если ребята вы не знаете, то можно купить игру, потом, если человек у вас в друзьях, попросить его, да? Получается, попросить, типа, дать игру, а другой человек согласится. С почты. Да. И я теперь могу поиграть. Но одновременно мы не можем играть в одну и ту же игру. Ну, можем, только ты через 5 минут. Да, через 5 минут я это вылечу. Ну, вот такой технический момент, сказали. Поэтому сейчас Хаммер играет от моего аккаунта. Хотя, ну, хотя мог из своего, да. Ну, давай. Так, давай. Так. Хаммер. А погоди. А почему с моего аккаунта, а ты... Ну, типа, игра, наверное, твоя, да? А почему 40 дней? Я же там 100 прожил. А, это, наверное, старая. Ну, вот с моего аккаунта как-то так показывается. Странно, ну ладно. Ну, ты потом как-нибудь можешь со своего показать, я не знаю. Ага, так. Какое имя? Напиши Титан, за меня будешь. Ну, ладно. Титан. Который проживет за полдня, ну. Съест булочку. Просто Титан? Просто Титан. Да. Съест булочку и это все. Надеюсь, там... Там, я просто не слышу там звук, музыка, есть, нет? А просто печатается, да? Ты не будешь читать? Ну, ребята почитают на паузе, ребята. Да просто иногда, ну, редко там такие слова будут, которые... Ну, типа ругаются? Ну, да. Ну, ты если что-то пропускаешь, ребята, если интересно, потом на паузе посмотрят. Тут должна быть такая мрачная музыка. Мы выключим. Это отец, а вон мы сидим. Это мы там, это вот... А, ну его убили, понятно. Ага, это самый сильный, он потом будет появляться всегда. Ну, да. Не плачь, сынок. Ну, тут такая, да, предыстория. Должен быть сильным. В общем, вот. Давай сам процесс как бы покажем. Ну, это никак не будет. А, не на Escape никак? Видишь, это разрешение маленькое. А, ну понятно. Вот, это... Полицейский? Отец помогал ему, и теперь он решил помочь мне. Ну, вот такая интересная игра. И раньше игры такие все были. Вот так вот текст писался в таких вот... И мы начинаем. Вот. Ну, рассказывай, что тут показывается. Ну, мы сначала спим. Нет, что вот наверху там, какие вот параметры? Ну, вот сила это, ловкость, выносливость, очки умений, это в умениях потом их. Это деньги, там, еду можно, инвентарь. И вот эти вот параметры. Может, ты попьешь-то, что у тебя? Да не... Чтоб не кашлять. Давай.
Сейчас хаммер немножко поймет. Осторожно, не разлей. Ваня? Вот это здоровье, это еда, это настроение, это энергия. Нам звонят на телефон, и мы должны взять трубку. Еще деньги там, да? Алло. Вот, и мы можем согласиться, идти на работу или не идти, но... Отличная сцена. В общем, эта игра как-то симулятор... А у меня баг был, что газеты не было. Вот, так. Никакой работы пока не позавтракаю. Получается, это симулятор бойца, да? Да. Ну как, человека, который зарабатывает деньги, там... Надо поотжиматься, пошли. Я ничего не нажимаю, он сам отжимается. А, ну вот, понятно. То есть это... Ну, вот. Какая? Теперь он хочет ням-ням. А, его тратится энергия и голод тут. То есть все взаимосвязано, я понял. Да. На работе там вообще много. В холодильнике должна остаться какая-то еда. Пойдем посмотрим. Так. Осталась газировка и замороженная пицца. Это типа... Все-таки это похоже на выживалку, но... Так, хорошо, теперь мне надо посмотреть, что в газете там. Пошли в газету смотреть. Так, не лучшая работа, но сойдет. Так, тебе надо заглянуть в карту города. Тут есть боевые лиги потом будут. Боевые. Да, вот тут боев, победа, процент побед, технологии, пробежал, пиц съел. Странно. И вот активные слоты это в бою, куда можно будет сувать эти твои способности. Умения, да? Да. Вот есть еще перки всякие тут, но пока их нет. Угу. Так. В общем, такая, ребята, игра... Вот, работа появилась. Можем пешком пойти или на автобусе. Кстати, если пешком ходите, то вас могут остановить и там вас. Черепашки-ниндзя. Ну, вы можете убежать, попытаться, либо отдать деньги, либо подраться. Вот, ну, пошли, не знаю, ну, на автобусе поехали. Что? Я же на автобусе поехал. Они автобус остановили, понимаешь? А, это в начале игры всегда. А, всегда? Ты ни за что убежать, конечно, забирай. Что будем делать? Ну, побиться, давай покажем бой. Так, скрепка. Сейчас ты должен выбрать способность, которую будет использовать персонаж в бою. Вот, надо заполнить и... Если кто не знает, почему в помощниках скрепка, это раньше, сейчас нет уже, был помощник в текстовом редакторе в Windows. Вот, и у нас есть удар ногой, и у нас есть уклонение. О, прикольно, ты типа набираешь это, да? Да. И у него есть, он уже вообще прокачан. А ты под каждый бой свои умения набираешь? Или... Свои. Тут можно прокачивать их. Не, ну, допустим, начался бой, ты можешь одни взять, потом можешь другие, да? Не, надо прокачивать их. Ну, чтобы другие появлялись. Их надо покупать за очки умений. А. И у тебя будут появляться. У тебя, если два, ты можешь выбрать, например. Я не хочу удар рукой, я хочу взять блок. Вот, а потом... Тут несколько раундов, ну... То есть, я имею в виду, что с каждым соперником ты можешь взять разные умения. Ну, каждому, да. Вот, тут есть тактика, это школа умений. Например, там будет потом нейтральная тактика. А потом будет там, например, там путь медведя, путь тигра и путь черепахи. Вот, можно будет поменять вот эту штучку. Прикольно. Давай начнем. Файт. Енот такой вот. Так, отдерутся они, ну, как бы, типа, сами. Енот торчит. То есть, ну, компьютер, видимо, рассчитывает, насколько ты там, типа, хорошо. Он мажет по мне, и он... А то есть, ты раз выбрал вот это умение, то есть он как там... Да, если уберу ногой, он не будет бить ногой. Ай-яй! То есть, он когда-то там уклоняется сейчас и когда-то бьет ногой. Ну, это он сам. Ну, я понял, ну, ты, типа, выбрал, я понял. А он что-то делает? Отхиливается, что ли, он? Нет. Все, конец. Все, игра закончилась? Все это меня убили, говорю. Ну, я проиграл в этой битве просто. А я думал, игра закончилась. Зачем? Думаю, ничего себе. Так, все, мне нужно больше тренироваться. О, Мик, ты только что провел свой первый бой, сраное чувство. Я видел, как ты дрался, это было неплохо. А, видимо, первую битву всегда проигрываешь, нет? Ну, тут невозможно выиграть, потому что он слишком сильный. Я и говорю, что... Смотри, вот, если сильные ноги, то ты будешь тущий. Ну,
Ты будешь, типа, быстрый, но слабый. Mm. Зато, я, может, я не слишком силен, зато проворон. Чем выбрать? А что такое правый хук? Ну, правой рукой так вот снизу, по-моему, в челюсть бьешь, если я правильно... Ну, я не знаю. То есть что-то выбрать, да? Да, ну, давай, может, я не слишком силен, зато проворон. А типа это уклоняться, да. Ногами бить и правый хук, да? А давай лучше правый хук, прикольно. Ну, это... Это нет? Просто ты предлагаешь. Эй, у тебя действительно сильные руки? Сейчас у меня перк откроется, сильные руки. А. И мешки такой несут. Прикольно. Ты что? Всегда помогал маме носить пакеты с едой из магазина. Вот, вот накачал. Все приемы с использованием рук эффективнее. А, ну вот видите, нужно, ну как бы... Ага, проведи себя в парадах, приходи ко мне в офис, есть разговор. Прикольно. Ты встретился с Мигом, надо посетить его. Капу, в магазин Капу. И напомнишь ему, что он не так и не доставил мне мясо. Не, Апу. А Апу, знаешь, что это обезьянка в мультике про Аладдина. Mm. Ее звали. Так. Как быстро бегает. Зато время тут тратится быстро. Mm-hmm. Ну, у меня есть потенциал настоящего чемпиона. Это длинный путь, надо сделать. Ты в магазин пришел, да? Нет, это ой. Миг. Это его офис. Это и офис. Где он живет. Кстати, прикольно. Ой, смотри, ниндзя-черепашка, типа, да. Нарис... Короче, там, надо сходить к его другу в зал тренажерный, к Сильверу. Mm. Зайти в тренажерный зал к Сильверу. За Индиан Джонс этот, статуя. Черепашки. Так, у тебя... Угу. Короче, он меня может же покормиться, ты попросить похуже. Может, вместо этого ты меня словишь в ресторан? Mm. Я знаю, у тебя есть деньги. Можно поделиться мудростью. Что бы ты ни делал, у тебя есть причина, понятно. Не хочется мне говорить. Так, прикольно. Надо напомнить про этот, Апу, про этот. А, то есть есть тут типа квесты, да, за задания? Так, вот даже... Да? Есть задания типа... Сейчас тут. Тебе покажу. Давай, пойдем. Вот квесты. А, прикольно. Вот их сколько там. Да. Вот там еще куча. Прокачка как в танках. Так, мы напомнили, теперь пошли в тренажерный. Большой миг, та-та-там, парам-пам-пам. Меня зовут Сильвер, да ты можешь заниматься. Так, ну, это тренер мой пока. Лиги новичок. Новичков, займи 5-е место в лиге. Походу, ты умеешь драться, не хочешь поспарринговать со мной. Ну, угу. Давай, мы получим бесплатно очки пока. Да? А, ну потом давай. За $20 надо будет тренироваться. Ну, давай. Так, вот. У него есть блок уклонения, удар ногой, удар рукой. У него много чего есть, да. Но это стартовое, это не очень. Понятно. У него 5-5-5-5. Ё-ма. У меня вообще на другом... Ой-ой, он меня... А, нас избивают. Конечно. Мы... Я его на своем этом... Ну, не аккаунте, а на своей игре. Угу. Я его убивал. Я тебе говорю... И тут энергия тратится еще с каждым ударом. Если, например, там апперкот есть, он очень много тратит энергии. И она много тратится. Если у тебя энергия вся потратилась, тебя... Ну, ты падаешь. И тебя сильно урон... Ну, много урона наносит, когда ты падаешь. Понятно. И все мажем такие. Никто в опасный может. В принципе, ты потом можешь потом уже со своего аккаунта показать, да? А я же там уже много прошел, чё? Не, ну... А когда показать? Может, я не знаю, может, в следующей серии или как, посмотрим, подумаем. Или, может, мы записывать будем, когда воскресенье много, там уже можешь со своего показывать, если хочешь. Ну да. Потому что там ребятам интересно, до чего можно докачаться, посмотрит. Так я там еще не все же прошел. Не, ну просто, что там какие уже есть эти умения всякие. А так мы просто сейчас вот начало показываем, как, собственно, начинать. Ну, не то чтобы как лучше начинать, но просто вот что ждет ребят, когда они начнут играть, так скажем. Ну, о, я ему на этот нокаут дал. Ну, и они посмотрят, нужна ли им эта игра, вот, собственно, для чего мы показываем-то. Видишь, сейчас у него энергия потратится. И он не может ничего делать. А, не, проиграл, потому что раунд кончился, и у кого... А меньше, да? Там? Да, здоровье. Mm-hmm. Вот, mm-hmm. Можно посмотреть... Статистика всякая, да, показывает, сколько зеленое чего. Зелёное — это значит, сколько это раз эффективно угу. было. А такое бежевое — это сколько раз использовалось.
Вот, я потерял 8 здоровья и 5 настроения получил. Неплохо, но тебе не побежал потренироваться. Ты можешь тренироваться в моем зале не бесплатно, конечно. Я тебе сделаю скидку. Раз ты знаком с Миком. Прикольно. До 5 уровня. Ну и у меня уже там 6. Я докачался. Так, опять скрепка. У тебя есть возможность записаться в бой лиги. Когда появится такая возможность, на кнопке лиг появится желтый восклицательный знак. О! Записаться можно. И вот, можно посмотреть, на каком мы месте. На последнем. Я на третьем, на своем аккаунте. Понятно. Можно посмотреть, насколько они сильны. Ё-ма. У них всякие тут перки тут. Ну да. Какие удары. Круто. Так, пошли в тренажерный зал пока. $10. Вот, можно купить свои тренажеры, но пока их дорого. Нет, ага. Ну, пошли силу. Мне надо подумать, в чё качаться, в ловкость, в силу или в выносливость. Попей ещё, горлышко болит. На своем аккаунте я качался в силу. Там потом тебе дадут книжку, в которой будет написано, как правильно качать. А как правильно качаться? Ну там будет говориться, когда силу качать, не надо использовать увороты, всякие удары ногой, это будет неэффективно. А-а-а. Надо будет качать силу и выносливость чуть-чуть. А ловкость вообще. Ну а когда ты смотрел, там на ловкости вообще круто играть. Но на силе надо выносливость, чтобы... Это энергию силы, ну, да. Сильно не трать. Потому что если сильнее удары, значит и сильнее энергия тратится. Покачаемся. Ну, пошли на скакалки. На скакалки Я скакалку скакаю, на скакалке поскакаю. Так, все, хватит. А он, кстати, может устать потом на этом тренажере заниматься. Понятно. Так. Бим-бам-бам. И такой-то звук там. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Сейчас будет второй уровень ловкости. И... Все. Прикольно. Он такой ту-ду-ту-ду-ту-ду-ту-ду-ту-ду-ту-ду-ту-ду. О, устал уже, там есть хочет. Кушать хочет. Пошли, выходим. А тут это автомат, что ли? А тут можно купить, но там не... Лучше дома поесть, да? Нет, лучше купить в магазине. А, в магазине. Теперь все, ты сам начинаешь всякое играть. Так, блин, привык, тут еще одна работа появится, я все время хочу сюда на другую работу пойти. Так, апу. Так, куплю пиццу и еще пиццу. Прикольно, тут экономика есть и... Пойду домой. Поем. А ее в холодильник можно пиццу положить? Или она положилась? Типа, она автоматически. В холодильник. Кто-то говорит, жаль, что как купил еду, нельзя сразу пойти, надо домой идти там. А сразу нельзя поесть? Нет, типа, она в холодильник магазине. Доставляется. А-а-а. Так, выпьем это. Вот так бы в жизни купил в магазине еду, она у тебя дома в холодильнике. Да, и не таскаться. И не надо таскать. Так. Блин, я забываю, что тут нет тренажеров. А-а-а. За свой аккаунт у меня тут все тренажеры. Ну я понял, уже. Да. Так, теперь пошли на работу тогда. На кем мы работаем? О, день закончился. Лига новичков завтра будет. Получено 106 там. Так. На кем мы работаем? Ну, просто работаем. А, этим. Видишь, и видишь, сколько тратится сразу? Ну да. Видишь, ну, конечно, эти кирпичи поломай. Вот это отбойный молоток ломает этот... Не знаю, что он там ломает. Бетон. Не бетон. Вот, смотри, у нас уже 51. О, денег дали, круто. Зато мы хотим есть. Уже устаем. Уже второй закончился. А что ты грустишь? Ну, целый день работали вообще без отдыха. Как трудились, как лошади. Все, мы доработали, теперь лига сегодня. Мы можем сейчас пойти. После работы такой уставший пошел. Отбойным молотком поработал, пошел еще драться после этого. Надо же на покушать. Так, ну ты-то любишь пиццу. У меня есть владелец. Вот, пиццерии, теперь там работа будет. В пиццерии. А что такое в этот удар? В, пи- в,
пиццерии лучше работать, да, получается, чем... Ну, там 30 чем... платят, но там энергии меньше тратишь. А, да, ну вот видите... Так, я куплю это и три пиццы. Три пиццы. Три пичка. Так, ну, мы после боя сходим в этот пиццерию. У нас сейчас подкрепиться для, под, перед боем, правильно? Или это не влияет? И поспать, чтобы энергию высвободить. Это влияет же? На да. Бой? А. Если энергия, ты будешь такой... А, ты... ну понятно, понятно. Так что вот перед так, боем надо... главное не проспать. Да? А если день закончится, то тебе без выхода. А тебе где точно... пишется, когда начнется, чтобы не проспать? Ну, если закончится день, то тебе сразу скажут, иди, а отказаться ты уже не можешь. А, понял. Так, так, поджимаемся пока. Надо докачать вот это. Неохота идти опять в тренажерный зал. На одной руке отжимается. А почему мне... А уже ведь была двоечка эта самая. А так она за день попадает, потому что да? Ты же тратишь. На работе я потратил ловкость, потратил силу. А, ну тратится? Да. А потом снова надо качать? Да, за день он тратит а и сбрасывается. А как они делают, что у них... мы вот и 2,2 накачали на двоечку, одну всего штуку, а у них у всех там 5-4. А так они за день качают двоечку, потом сбрасываются, потом еще... Короче, они по многу работают сразу. Да? Да. Так. Ну, в общем, они с помощью каких-то тренажеров, они могут за день на, да. до пятерки вот накачаться. Тут вот не, нет, они за день до пятерки это почти невозможно. Ну, там же было у кого-то 5. Так они за день там, ну, в один день они там, например, до двоечки, потом сбросилось там до девочки с половиной. У них сбросилось из-за работы не 5 штук, а всего 1. Да. И осталось, ну, не 4. Одна. Ну, если 2, ты вообще не работаешь, то у тебя не снимется, ну, вообще мало. Но денег как бы не придется. Так работать ты можешь, не работать, можешь работать. А, это ну, тебе понятно. Решать. Ну, я понял. Допустим, денег много, а типа такой, не буду работать. Да? Да, может не работать, не обязательно. Да, как в вот, жизни, пошли да? В бой, денег, лигу. Ну. У нас новичок так же, как у нас, только у него удар рукой есть. Я специально прокачал ловкость, чтобы это... Чтобы... Потому что удар ногой требует ловкость. Вот так, поехали. Ну да, этот бой покажем и закончим сегодня. Он этом. Так же, как и я, только я ему комбо что-то делаю. Много. А еще комбо делается? Да. Если ты много раз... Он мажет... Ай. Ну, это... В общем, это сам компьютер сейчас делает. Да. Ай. 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 А там звуки какие-то есть? Я просто да, послушаю. Вот так... Бш, бш. Бш. А. Не сильно громко там? Нет. Нормально. Потому что я-то не слышу. Ну, я, конечно, мог бы сделать, чтобы я слышал, но неохота. Неохота мне. Так, я его выиграл пока. Ну, а 28-26. Давай. 23. Ой. Буф. Ничего, он уклоняется. Кстати, энергия кончается, да. А мы, видишь, прокачали руки, а... Нет, у нас... мы не руки прокачали, мы ловкость. А, ловкость. Нет, а я до этого там что-то были руки какие-то сильные. А, это мы выбрали, это удар... Рукой. Что-то... Да, что-то эффективнее. Ну, а сейчас мы, видишь, рукой редко бьем. Ага. О, давай, почти убили его уже. А, 4 жизни. 2. Давай, еще раз ногой. Ну, еще раз два. Ногой ему. И одна. Еще. Эй. И мы получили скиллпоинты. Это для этого. Для прокачки? Да. И минус 20 здоровья зато. Так. Е-е-е. Теперь вы можете прокачать в древе что-нибудь. Ну, вот. Вот здесь вот. А, о, как на танке похоже прокачивать. Кстати, мы можем прокачать вот это, чтобы увидеть вот всякие вот эти вот. Прикольно. Всякие... Вот мы будем в этот раз качаться вот сюда, в путь тигра. Я захотел в ловкость теперь. Ну что ж, давай на этом закончим сегодня. Показали. Давай прокачаем это. Удар рукой и блок. Давай, если ты хочешь, давай.
Хотя мы же в этот... Не, давай подумаем, не будем сейчас торопиться. Да. Ну что ж, всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо, всем пока. Всем пока.